Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Full Metal Furies. Ну что же, поехали, ребята, давайте мы с вами выберем опять же наших игроков. Так, я второго уровня танк. Замечательно, и теперь мы выбираем, да-да-да, именно бойца мы возьмем тоже второго уровня. Что ж, давайте продолжать наше путешествие. Так, по-моему, у нас, ребята, в прошлый раз не хватало денег ни на что, да? Поэтому, я думаю, сразу мы с вами побежим на карту и будем продолжать проходить. Так, по царской дороге мы прошли. Давайте мы, наверное, с вами короткий путь через припасы. Вот так называется у нас миссия. Часть первая. Охота на Менетия. Фурии хотят остановить вторую великую войну до того, как она начнется. Дорогостоящая подсказка доносителя помогла им напасть на след Менетия, первого титана, которого они должны победить на их длинном пути к миру. Вот так вот, ребята, это у нас уже пошла действительно история. Как говорится, обучение уже далеко позади, и мы поехали с вами. Одна, вторая, короткий путь через припасы. Так, что эти у нас не разбираются коробочки, я смотрю, да, поэтому нам нужно бежать сюда. Эй, а почему мы не гонимся за Менетием? Почему не гонимся? Гонимся как раз-то, Алекс. Не волнуйся, Алекс. Мэг вчера сходила на разведку и нашла для нас короткий путь, говорит Эрин. Новый путь поможет нам нагнать идущих впереди и избежать очередных солдат. И задумались мы. Нарушители, взять их! Ах, вот вы как, а. Ну что ж, давайте повоюем, ребятушки, мы с этими охламонами. Так, ага, я смотрю, он в щите. Так, щит... Для вот этого. Пробьем, пробьем, пробьем. Должны пробить. Так, и для танкуши. Для танка моего. Так, пробиваем. Ну, отлично, добили. Все на этом, надеюсь. Так, аптечка. Хотя, в принципе, она нам и не нужна была. Но возьмем на всякий случай. Бежим с вами дальше. Так, что у нас тут такое? На каком-то складе. Тупик на юге, пишут нам. А юг это у нас получается вниз. Да? Ну, давайте тогда, наверное, пойдем сюда. Хотя, честно говоря, меня любопытство распирает. Может быть, вранье. Может быть, специально здесь оставили эту записку, чтобы я не пошел на юг, да? Хрен с ним. Давайте сюда рванем тогда. Так, нет, нифига, ребята, все-таки... я все-таки схожу на юг, я посмотрю. Я должен в этом лично убедиться, что там действительно тупик. Просто меня, как говорится, интерес больше... Да что ж такое там? Что стреляет по мне? А? Так, турели здесь у нас. Хорошо. Давайте еще ниже спустимся. Ё-моё, действительно, ребята, тупик. Ну, там какой-то камешек. Так, ну-ка, дайте-ка я еще раз посмотрю. Действительно, тут тупик. Да, не могу я ничего здесь пробить. Все-таки табличка не наврала. Ладно, давайте тогда мы будем отсюда выбираться. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Патрончики, не надо меня задевать, пожалуйста. Так, значит, все-таки вывеска не соврала. Пойдемте тогда с вами дальше прямо. Ну и что здесь? Где все враги? Я никого не вижу, а? Так, погоди-ка, кто-то тут вылупился у нас. Ну-ка, иди отсюда, а? Это у нас маленькая турелька такая, летающая. О-о-о-о-о, а этот что за хламон? Черт. Блин! Да хорош, успокойтесь нафиг, а? Давай-давай-давай-давай-давай. Ой, у него блок, ребята, белый щит. Это означает, что он неуязвим к ударам. Да пошел ты знаешь куда, а? Достал ты уже меня. Первого уровня охламон. Готов. Так, теперь разбираемся с турельками. Блин, а их все больше и больше, смотрите. Прилетели, голубчики. Да, ребята. Так, каждый сейчас будет стрелять, да, я так понимаю. Блин. Черт, не то нажал, блин, хотел вот этот сделать удар. Ну, с этой мы сейчас... Ну-ну-ну-ну, да чтоб тебя разорвало на тысячу кусочков. Мало хп, ребята, мало. Ну что ты не отхиливаешься-то у меня? 47. Хотя, о, все. Прилично долго надо ждать, ребята, чтобы она себе немножко восстановила жизни. Причем только лишь одну полосочку. Не полностью хп она себе восстанавливает, а лишь одну полосочку. Да. Ну что же, ладно. Хотя бы так. У нас в данный момент на этом вояке 48 хп. Замечательно, разбомбили.
Это все у нас не бьется. Ладно, тогда стоит идти дальше. Мне вот это не нравится. О! Индикаторы игроков показывают, кто в них целится. Атакуя врагов, ты привлекаешь их внимание, даже если не наносишь урон. Понятно. То есть, кого бы я ни бил, все равно будут на меня все агриться. Спасибо большое, блин. Ладно, турель завалили. Так, а там у нас и синяя, и красная броня, да? Значит, одна будет для воина, другая для танка. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, одну шибанули. Теперь переключаемся и добиваем вот эту турель. Они у нас, ребята, только лишь первого уровня, поэтому такие легкие и ватные. Ну, легкие, я бы сказал, относительно. Так, и нам нужны денег. Денег очень много надо, потому что у нас все скиллы, все умения и параметры прокачиваются только за монетки. Оу. Так, это что за шитик? Солдат, что ли, ё-моё? С пистолетом, да еще и с мечом. Прям какой-то самурай, блин. Хотя самурай, по-моему, не носили оружие. Я имею в виду в плане пистолетов. Так, давайте вот этого вот чувачка попробуем добить. Так, шикарно. Очень мало жизни, ребята. Так, на войне еще вроде бы неплохо. Так, давайте попробуем добить, добить. Ай-яй-яй-яй-яй, усиление поставил он себе. Так, добиваем тогда вот эту вот. Да что ж такое, какой у него этот удар, блин, пробивающий, а? Так, еще здесь у нас опять же этот пулеметчик. И вояка вышел. Ну давайте тогда вот этого сейчас по-быстренькому попробуем нахлобучить. И уже... Ай-яй-яй, прям... Причем, когда я делаю комбинацию ударов, я не могу ничего сделать, ребята. Не могу отойти или... Отлично, увернулись мы. Ну что же, иди сюда, блин, пулеметчик. 148 хп, довольно жирный чувак. Но я смотрю, он стреляет, ребята, вот так вот. Он не может стрелять вверх. В принципе, понятно. Это нам на руку даже с одной стороны. Опять ты свою фигню это установил, а? Не попадешь, Олух. Ага, зато он может вот так вот туда быстро добираться своим суперударом. Бинго! Готов, хламон. Что это у нас за синяя пробирка такая? Отмена ремонта. Что он дает? Я даже не знаю. Так, сугроб. Деньги мои. Каждая копейка на счету у нас. Оу, смотрите-ка. Сундучок. Я обожаю сундучки. Что нам здесь достанется? Всего лишь монетки. Че так скромно-то? О, аптечка. Вот это уже хорошо. Так, это все у нас не бьется. И здесь чувствую, что-то будет сейчас здесь. Напоминание. Дополнительные приемы и умения прерывают ход всех других приемов, в том числе основную атаку героини. Прерывай собственные приемы, чтобы создавать особенные комбо. Некоторыми приемами можно поразить врагов в воздухе и нанести большой воздушный критический бонусный урон. Экспериментируй. Да, это все понятно, только вот как мне это все... Да что ж ты делаешь-то? Давай, возвращайся. Как мне это все проэкспериментировать, ребят? Я ума не приложу. У нас ограниченный набор ударов. Вот это, например, контр-мимо. Что это делается? Фиг его знает. Так, ладно, будем пока мы здесь все разбирать. Бочки. Еще один бочонок здесь. И везде у нас деньги. Выгрмзакачеквы. Враг замечен. Приготовьтесь к атаке. Жимры. Что вы говоришь? Приготовьтесь отдыхать? Жимры. Чего? Зачем тебе слабительное? Так. А теперь можно стрелять, говорит Мэг. Вау, внимание. Что, опять босс очередной какой-то? Отряд невнятных. Понятно. Ёлки-палки, это что они? Ого! Да хорош вам. Да ладно. Да вы достали, я даже ничего не могу сделать. Так, надо их разбирать по-быстрому. Они достали меня, если честно. Так, этого хламона сейчас мы нахлобучим с вами. Слушайте, ребята, эта игра вроде бы как рогалик, да? Если я не ошибаюсь жанром. Дайте аптечку. Нормуль. Так, ё-моё. Он каким-то, блин, пультом ходит, да? И вместо того, чтобы стрелять, он просто на меня наводит эту фигню всю. Хе-хе. Так, отлетели голубчики. Это синий как раз для танка. Красный для вояки, ребята. Давайте. Блин, еще самое обидное, что здесь идет откат каждого удара. То есть не получится у меня без остановки бомбить их. Все, переключаемся на вояку.
Где моя вертушка? Почему нет вертушки? Я спрашиваю вас. Вот она. Есть один. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ядрёна ты ваш. Блин, почему я так не могу кувыркаться, а? Я хочу тоже так кувырочки делать. Все, отлично. Ага, отлично. Ребята, пока, я так понимаю, мы этот столбик весь верхний не истратим, враги у нас не перестанут появляться. Да, тяжела работа спасать землю от титанов, ребята. Кстати, мы еще с вами действительно реального титана и не видели. Минетий — это самый первый босс, я так понимаю, до которого мы должны вот добраться, в принципе. Да что ж такое, ты посмотри, ну. Они еще летают, гады, не дают к себе подойти. Ё-моё, вот это заваруха, а. Вот это заваруха здесь, блин. Иди сюда, хламон, достал уже своим пультом тут. И причем они сами себя не убивают. Вы заметите, да? Вот он попадает под взрывы, и ему пофиг. Мне бы вот так вот, да? Если бы, например, красный вызывает атаку, а я играю за синего. И мне на его атаки по барабану. Нет же, нифига, блин. Так, ладно, вот я уже запарился, ребята, отбегать вот от этого, от этих вот наведений, если честно. Да ё-моё, о, успели, успели. 26 хп у меня всего-то осталось. То есть на меня сейчас плюнь, я рассыплюсь. Ладно, давайте вот так попробуем танкулей затанковать. Ага. Затанкуем, пожалуй. 30 хп осталось всего лишь. Ну и их тут немножко. Немножко, ребята, осталось. Все, буквально вот последние враги, я так понимаю. Есть. Так, два последних отряда невнятных. Отлично. И последний у нас там лежит. Лежит, точнее, бегает, прыгает. Да-да-да-да, конечно, со своим пультом здесь. Ну, не подведи меня, вертушка. Бинго, ребята. Ух, забомбили. И что теперь? Ага, теперь мы получаем с вами сундук. Что нам достается? Деньги и какой-то опять кубок. Табличка Муз. Каменная табличка с уморительными анекдотами. Одобрен для фурии. Трофей. 240 голды собрали. Ого, смотрите, какую каменную табличку мы нашли. Она очень подозрительная. Что это? Получена табличка музыкальная. Вернитесь в лагерь и активируйте ее, чтобы получить нечто особенное. Mission complete, ребята. Так, тут у нас... Ага, деньги и все такое. И задание у нас закрыто. Ну что же, давайте тогда с вами активируем эту табличку. Что она нам даст, я так и не понял. Наверное, ничего, так же как и руно. Ну, и чего? Вообще ничего не делает, ребят, я не знаю. Может быть, это просто как наши достижения какие-то. Так, давайте мы сюда зайдем с вами. Я хотел вот это вот открыть. Ударник Шарура равен плавленному удару. Плавленному удару. Не знаю, что они имеют в виду. Так, и здесь у нас еще Драку-камень. Отражает атаки пехоты. А, то бишь солдат, я так понимаю. Блин. Ну ладно, хорошо. Здесь у нас все стоит. Это стоит. Денежек у нас очень мало. Нам, наверное, ни на что не хватит. Тогда поехали с вами еще на очередную миссию. Почему радио молчит, а? Оно же наверняка должно говорить. Так, ага, ребят, смотрите-ка. У нас теперь враг возгорает, когда я его бью. Ну что же, неплохо. Только вот этот вот, я так и не пойму, что за удар. Контр мимо. Это у нас, ребятушки, на Ю я нажимаю. Хотя там должен быть какой-то спецудар. Странно очень. Ничего не получается. Так, интересно. Давайте-ка мы сейчас кое-что сейчас с вами еще посмотрим. Хватит, может быть, кому-то что-то уровень поднять. Ага, смотрите-ка. Можем, в принципе, 380 требуется, а у нас 385. Здесь 200, ну, я даже не знаю. Так, что мы можем с вами? Что-то одно сделать. Повышает технику, ребята. Все. Ага, рост от приемов на А, Б и Y. То бишь, техника это у нас отвечает за спецудары. Не то нажал, ребята, извините. Вот, ладно, давайте тогда перейдем на карту и посмотрим, что у нас там дальше идет. По сценарию. Карта открылась маленько, и у нас только лишь один путь. Вот сюда, в
Встречи без шансов будут называться. У нас нет никакого выбора, придется брать именно эту миссию. Так. Координаты такие-то, такие-то. И мы уже якобы где-то в каком-то городишке или в деревушке. Все так разрушено. Почему все замолчали? Мы подбираемся к Менетию. Осторожно, Мэг, ты куда-то наступила. Куда она там наступила? Надеюсь, не на мину какую-нибудь. Так, а это у нас что? Смотрите, похоже, как будто стрелочка куда-то показана вверх. Я вся в предвкушении. Не каждый день выпадает шанс превратить Титана в кровавое месиво. Кстати, о месиве. Мэг, ты во что-то вступила? Фу. Ну что он там все время куда-то вступает, а? Не пойму. Странно, здесь ничего у нас не было. Так, бежит, бежит весь отряд, ребят. Смотрите, вот они, боевые мои солдатики. Стойте, всем приготовиться. Сейчас начнется. Мэг, проверка, что ты видишь? Деревья? Воу. Вы смеете убивать моих рабов? Ну, а почему бы нет? Нападайте, когда я упражняюсь. Вы, должно быть, прихвостни Титана Лелантоса. От вас так и несет предательством. Ничьи мы не прихвостни, Менетий. Мы пришли сюда, чтобы остановить тебя и вернуть мир. Мир, который был до падения Прометея. Тогда, значит, вы последователи Прометея. Разве не так? Мертвого бога. Не смешите меня, ха-ха-ха. Поздно, я все-таки засмеялся. Смех, смех, смех. Хватит болтать, мы пришли, чтобы драться, остановить тебя, прекратить войну. Кому какое дело, за кого мы? Как вас легко разозлить. Но неужели вы вправду думаете, будто победив меня, вы положите конец войне? Есть и другие титаны. Мы знаем, это не наша главная цель, а лишь одна из ступенек цели. О, цель, это мне нравится. Мои солдаты могли бы кое-чему у вас научиться, дамы. Докажите, что вы достойные войны. И, может быть, я позволю вам присоединиться к моему войску. Увы, обмениваться словами было очень приятно, но обмениваться ударами нам сегодня не придется. Я давненько не разминался. Самое время размять ноги. До встречи, лузеры! Чмошник, а? Стой, вернись и сражайся, у тебя все равно маленькие ножки. Да, конечно, вернется он. Чудно! Ладно, Фурии, бегом марш, догоним его, пока он не ушел далеко. Ух ты, ну что же, ребята, я так чувствую, что мы приближаемся уже к боссу. Оу, карта открылась, смотрите-ка, сколько у нас выбора. И сюда есть, в парке и развалины. А вот здесь что такое у нас? Металл и люди. Слушайте, давайте, наверное, мы вот сюда сходим с вами. 1Б. Это как бы не миссия, а подмиссия, что-то типа того. Парки и развалины. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь у нас такого происходить будет. Пробираемся сквозь лес. Подождите, а что это у нас тут лежит такое? Ох ты, по-моему, сундучок. Смотрите-ка, мы с вами ор барана. Кыш, пули. Одобрено для танка. Это, ребята, какой-то новый чертежик мы получили. Надо будет потом его активировать и посмотреть. Так, это что такое? Ох ты, мы сами прыгнули в ящик-ловушку. Ловушку? Похоже на обычный ящик. Внимание, внимание, ящик-ловушка активирована. Цель — уничтожить всех людей. Если времени менее 60 секунд, стрелять изо всех пушек. Либо стрелять изо всех пушек. Так, что тут такое, ребята? Охрана Коя. Что еще за Коя? Ё-моё. Ладно, завязывайте. Хорош. Да ты что делаешь? А, ребята, мне нужно продержаться здесь это время. Да ладно, да как тут... Да хорош, ё-моё. Да вы посмотрите, с каждым разом все больше и больше этих турелей-то становится. Я тут бегаю. О, еще и сверху. Жесть. Ты посмотри. Да мне тут никак не... Да ладно, блин. Ребят, сейчас раскромсали уже. Так, союзник пал. Удерживайте РТ над павшим участником отряда, чтобы оживить их. И нужно быть настороже, чтобы успеть оживить. Шкала оживления медленно пополняется, но если не приложить усилия, она остановится на 99%. В мультиплеере ты можешь двигать телом, даже если тебя сбили с ног. В одиночной игре удерживай РТ, чтобы подвинуть павших союзников. Ага, вот так вот, да? Вот он ко мне двигается. Ну, да, ну, ребят, ну,
оживлять среди вот такого палева, я даже не знаю, как это вообще можно сделать. Так, хорошо. Я надеюсь, мы недалеко с вами начнем. Да, я хочу начать с контрольной точки. Поехали. Ага, вот, ребята, это хорошо, что мы здесь. Ладно, тогда будем опять с вами пробовать. Охрана Коя, блин. Так, будем как-то уворачиваться. Я не знаю, насколько нас долго хватит. У нас нет никакого уворота, ни вертушки никакой, чтобы я мог как-то избежать вот этих вот пуль. Просто буду бегать здесь, блин. Ё-моё, ты посмотри, что тут происходит. Воу-воу-воу, тихо-тихо, сейчас еще сверху ребята появятся в турели. Я надеюсь, снизу-то не будет. Тихо, черт подери. Задели-задели. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, ребята. О, надо меняться, срочно меняться, ребята. Так, тихо, да что ж такое-то. Посмотри, сколько они отнимают от одного попадания-то. Чуть-чуть бы отнимали, а то у меня буквально здесь на 1-2 выстрела. Так, тихо-тихо-тихо, время-время-время. Ребята, уже чуть-чуть осталось совсем, продержаться надо, капельку. Ну, по-моему, хрен у меня что получилось. Ошибка, ошибка, неустранимая ошибка. Запас боеприпасов не может быть равным нулю. Включен режим самоуничтожения. Спасибо вам за покупку охранной системы Коя. Возврат невозможен. О чем это они вообще? Так. А, ребята, мы все-таки продержались, успели. Давайте мне сундук. Я хочу посмотреть, что в нем будет лежать. Оу, чертеж, для кого? Перекосуши. Снаряжение. Острый перекат. Ага, отлично. Выполнили мы с вами очередное задание, ребятушки. А это означает, что переходим к следующему. Так, с помощью контрудара можно отменить удары. Так, здесь у нас, по-моему, ничего нету. Давайте-ка посмотрим чертежи, наверное, да? Так, ну-ка. Где? Вот, вот, ребята, вижу один. Ага, не хватает, ребята, денег у нас его открыть. Жаль, у нас всего 185 монеток, а нужно почти 400. Ну что же, сама игра нас заставляет продолжить ее проходить. И у нас... Так, смотрите, у нас здесь есть какой-то кристалл наверху, и можем вот сюда сходить. Незабываемый акцент. Так, а вот здесь что тогда? Металл и люди. Блин, давайте, наверное, вот этого мы с вами начнем. 1С. Вау, незабываемый акцент. Опять уже в каком-то пригороде. О, тихо-тихо-тихо-тихо, турель. Ага, ее нельзя уничтожить, ребята. Она, по-моему, да, в блоке. В непробиваемом причем. Так, давайте тогда мы с вами бочки эти расхерачим. Так, опять вы, ё-моё. Блин, я уж думал, с вами никогда не встречусь. Но я ошибался. Оу, да ладно вам, ё-моё. Тут еще и турели. И летающие такие. Ай-яй-яй. Будет больно сейчас, я чувствую. Что мне в первую очередь мешать? Ну, я не знаю, надо турели вот эти вот стреляющиеся. Так, отлично. Теперь бы не помешало, наверное, солдатика бы прибить. Так, давай-ка. О, крикунок. Так, остался немножко, все, бинго. Так, турель, куда полетела? Да что ж ты меня доколупал уже. Ну. Да и... Очень-очень, ребята, тяжело. Я думал, что игра будет попроще. На самом деле, не все так просто. Корпоративная игра, я думаю, что намного отличается от одиночки. Но, как понимаете, ребята, мне проще проходить одному. Да, хотя и сложнее. Но зато я сам себе здесь хозяин. Ни от кого не завишу. Так, замечательно. Ну, горит, горит. Ну, дамаг получает очень маленький от того, что она горит, всего лишь там 5-6 единиц. Это, в принципе, ерунда. Так, здесь мы ничего с вами не можем сделать. Давайте здесь проходить. И я вижу впереди опять турели. Уже в рядок стоят. Так, появляются охламоны всякие. Будут простреливать стену, нет? Простреливают. Да-да-да, ребят, простреливают. Фигово. Тогда пойдемте вон туда, наверное, наверх. Аптечку дать. Ага, есть аптечка, есть, ребята. Так, давай-ка, давай-давай-давай. Погибай уже, ты нафиг достала. Слушайте, мне кажется, что надо как-то развивать себе уже удары. Слишком ватно я бью по ним. Вы сами это прекрасно, наверное, видите. Да и мне это очень ощутимо. Как горит. Так, минус одна. Так, еще одна турелька. Все, блин, внизу еще две появилось. Да что ж такое-то?
Ладно, придется мне... А, нет, одна сюда вышла сама, отлично. Да что ж такое, еще и солдат появился. Два солдата, причем под разной броней. Сейчас будут меня тут атаковать своим наведением, а? Иди сюда, хламон. О, отлично. Блин, для начала, чтобы его можно было бы бить, ребята, нужно сначала снять с него вот этот щит. Значит, синий у нас для танка, а красный для воина. Я уже, по-моему, это раз в пятый повторяю. Ну, а мало ли кто-то не запомнил или не услышал. И не поймет, почему они бегают в каких-то щитах. А я вам бац и небольшую подсказочку. Так, ладно, ожог он получил. Ё-моё, ну-ка, быстрее, быстрее, где мой танк? Давай, 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 лечи этого. Ну, успеем? Есть, бинго, ребята, бинго, вот как это все делается. Ах, сейчас сама у меня крякнет здесь. А внизу, смотрите-ка, солдатик бегает. Но у него практически нет хп. Он шестого уровня уже. Уже шестого, ребята, это даже не первого. Вот в чем здесь дело. Здесь не в ударах моих ватных дело, а в том, что они уже намного круче. Так, ладно, будем сюда спускаться. Получил гаденыш свое, а? В противогазе, невнятные. Я их так называю, потому что они бормотали что-то непонятное. Так, все, перебегаем и бежим. Ребята, а вас попрошу прокомментировать игру, стоит ли ее вообще проходить, нравится ли она вам. Если да, то, естественно, мы будем ее дальше проходить. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Так, где аптечка? Аптечка есть. Хорошо, ребята, взял аптечку. И... Аресто! Никто здесь не пройдет. Это сокровище теперь наше, Си. Наши ми честно взяли, мы честно украли. А почему вы так странно говорите? Вы что, мексиканцы? Мама мия, мы восхитительные итальянские братья Спиниджи. А за оскорбление семьи вы умрете. Вот так вот, ребята. Ну вот, блин, нарвались еще на каких-то мексиканцев, блин. Так, мексиканцы? Не знаю, сейчас проверим, кто это такие. Что они вообще из себя представляют и что они делают? О-о-о-о-о-о, он и крутится, и стреляет, здорово. Тут еще турели меня жгут по бокам. Просто восхитительно. Ну-ка. А что это такое у меня, ребят? Что это за щит? Когда я нажимаю кнопку, удерживаю, у меня появляется какой-то щит красный. Шипастый причем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обалдеть, просто что тут... Да ладно, еще вы тут прибежали. Вот еще и солдат. Жесть, блин, мне бы какой-нибудь массовый, ребята, удар, понимаете? Типа вертушки. Прикиньте, он не просто ее сбил. Так, отпрыгиваем отсюда нафиг. Очень-очень мало хп. Да. Ну что, успеешь ты у меня? Ни шиша, по-моему, не успеешь. Хотя и нет. Ну, ну. Бинго, ребята, успел. Успел я его хильнуть. Точнее, даже рисануть. Вот так будет лучше сказано. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай. Иди сюда. Иди сюда. Я даже не знаю. Опа, нифига вы режете. Так, вот этого надо в первую очередь гаденыша. Потому что он постоянно атакует своей... Своей этой фигней. Ну, ребят, ну вот посмотрите, что тут. Все. Забомбили. Слушайте, я надеюсь, начну сейчас с контрольной точки. И эта точка будет именно здесь. Хотелось бы вот так мне. Ну-ка. Ну, все понятно, что миссию провалил. Да, я хочу продолжить. И... Ну что же, вполне меня устраивает. Давайте тогда еще попыточку. Так, это я пока не буду трогать. Нам эти аптечки все пригодятся. Пускай пока будут здесь. Начинаем разбирать. Они девятого уровня, ребята. Хо-хо, не хо-хо, а? Так-так-так-так-так-так-так. Ага, все втроем. Ну-ка, теперь моя очередь. Вот так вот. Поехали дальше. Что ты стоишь тут, а? Мексикашка. Причем за оскорбление их семьи мне смерть. А кто оскорблял-то их? Я не понял, если честно. Я вас знать не знаю, в первый раз вообще вижу, блин. И вы сразу на меня тут все наехали. Надо вот этих вот дурачков валить. Девятый уровень все-таки очень-очень сложно мне дается. А какого интересного уровня я-то вообще, а? Где это можно увидеть? Да ты хорош уже достал, а? Так-так-так-так-так-так, ребятушки. Опа,
плащ мудрости, новое... Что-то какое-то там, не пойму. Новое снаряжение или что-то в этом роде. Плащ мудрости. Ну? Да что ты... Давай, бомби, бомби. Во-во-во-во-во-во, вот эта вертушка, хорошо. Да, вот, если бы у меня была раскачанная вертушка, я в плане того, что по силе удары, я думаю, что им бы здесь недолго было бы жить и топтать землю-матушку. Так, такой же, в принципе, удар, как и у меня, вот у этого вот мексиканца. Ну, отбежали. Бьют просто без остановки, посмотрите, что тут происходит. Так, этот мой, я его должен добить. Есть. Очень опять мало жизни, ребята. Блин, никаких аптечек здесь нет, я имею в виду в плане таких, которые можно было бы с собой таскать. Только лишь находишь которые. Эх, отлично. Ну, да ядрёного ж, опять мексикашка вышел, еще один, а. Блин, вот в щитах бесполезно драться, ребята. Я им никакого дамага не наношу, только лишь красный мой воин. Вот он. Может их утихомирить. Отлично, минус один. Давайте вот этих. Какой минус один? Он выжил, гад. Так, тихо, ребятушки, тихо. Бегаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, заваруха какая. Успею, нет? Есть. Блин, так теперь вояка мой упал. Что ж так сложно-то, а? Просто сложнота нереальная, ребят. Ну, успел я. Жалко, он ресает его не с полным хп, а всего лишь с одной полосочкой. Блин, да как же тут, ребята, ну это нереал просто, ну это жесть какая-то. Мне так лично очень тяжело здесь за всем этим усмотреть. Так, отлично. Причем вот эти вот, их только красный может подбить. Да что ж такое-то? Еще видите, ребята, откат у нас идет по скиллам. Тоже слишком много тут, не разбегаешься. Ух, давай, успей. Нет, не дают просто мне никакой возможности. Блин, все, пора. Вот так вот, ребята. Давай рисанем, попробуем. Быстро, отлично. Танк восстановили. Да что ж такое-то, ну это... Это один бой может продлиться у нас фиг знает сколько. Но я погибать тоже не хочу, ребят. Сами понимаете. Столько уже тут навоевал. Так, а здесь у нас с красными щитами. Значит, танк, ты у меня здесь бесполезен. Меняемся, конечно же. И начинаем разбивать. Так, иди сюда, с тебя начнем. Ай, промахнулись. Вот это хорошо, когда вертушка есть. Это вообще шикарно. Минус один. Оу, тихо. Достал ты уже меня, мексикашка хренов. Иди сюда. Что он там делает? Ага. Ну, по крайней мере, он сейчас просто делает вертушку без стрельбы. Ну, последний найди. Да, ребят, это последний. Сгори, гад, блин. Добиваем. Фу! Вот так вот, ребята, вы сами можете судить, что нам дальше ожидать от игры. Просто жесть какую-то. Давайте сундучок вскроем, посмотрим, что здесь. О, новый чертеж. Щит ветра, как переднее стекло машины. Такой же хрупкой, вы хотите сказать? 640 голды получили. Ух, миссия выполнена. Так, ребятушки, ну, золото мы здесь хапнули с вами неплохо. Я вам скажу, 2315. Так, и... Поздравляем, тебе удалось поднять уровень снаряжения, что дает твоему профилю постоянный бонус статистики. Бонусы распространяются на всех персонажей, так что прокачивай снаряжение всех девушек и получай преимущество. Ага, вот оно что даже. Ясно, ребят, будем знать. Так, у нас с вами очень много денег. Давайте откроем все-таки чертеж, который мы нашли. А, у нас их два даже. А, ну-ка, что это у нас такое? Щит ветра, а вот это ор барана. Так, оглушение. Уничтожает снаряды? Хм. Интересно, каким макаром уничтожает снаряды он? Для меня это пока, ребята, темный лес. Слушайте, а еще можно прокачивать, оказывается. Так, щит ветра.
Ну и что же ты делаешь у меня, щит ветра, а? Без понятия, блин. Так, вот. Ладно, ребята, у нас еще, по-моему, есть даже... Так, смену отряда, может быть, сделать, а? Так, а кого можно заменить? Снайпера. А почему бы не посмотреть просто так? Ради интереса хотя бы, ребят, да? Так, подожди, я выбрал... А, вот, снайпер и танк, естественно, нужно брать еще себя. Так вы прикиньте, ребята, я 2 уровня, а воюю с 9 уровнем, с 6 уровнем врагов. Ясное дело, они меня валят. Так, навыки. Где мой там танкуша? Вот он. Так, рост силы. Увеличивает силу удара, я так понимаю, да? А это у нас технику. Угу. Все. 765 голды всего лишь у нас осталось. Так, еще немножко силы себе подкачали. И денежек больше нету. Так, слушайте, давайте-ка я, наверное, все-таки верну обратно себе своего, да не то нажал, воина. Потому что снайпер, он стреляет. Я, честно говоря, как-то не особо любитель пострелять. Тем более там надо наводить прицел. Мне проще в гущу событий нырнуть и валить всех, валить налево и направо. Ну, в общем, вы, ребят, понимаете, о чем я говорю. Так, здесь мы прошли с вами. Все. Куда же нам еще рвануть? Только одно место есть. Это вот сюда. Металл и люди. Глава 1, часть 3. Поехали. Металл и люди. Что там у нас какие-то бонус значения получили? Ага, ага, идут, идут охламоны. Да ладно, успокойтесь. Во-во-во, вот обожаю вот этот круговой удар. Вертушку, так скажем. Ребят, я не могу понять, что у меня за аура у танка появляется. Смотрите, сзади я бегу, и как будто трафарет какой-то. Шлейф идет. Это что-то новенькое, наверное, я получил, да? И что он мне дает? Якобы скорость, что ли? Ладно, не знаю пока, что он дает. Но с этими охламонами, как видите, мы разобрались довольно быстро и легко. Продвигаемся с вами далее. Так, я вижу, рюкзачок лежит здесь у нас. Приветствуем вас, собратья воины, мы рыцарская стража Менетия. Господин Менетий признает вашу девичью силу, но мы получили от него ясный приказ остановить вас. Да ну нафиг, я ж еще только начал играть, уже опять босс какой-то. Царская стража Менетия, ядрёна вошь, это же роботы какие-то. Это у нас просто стража, я не представляю, каким будет у нас сам Титан. Честно говоря, я даже представлять не хочу, я просто в ужасе уже заранее. Ого-го-го, тихо, тихо там, ребятушки, вы что там творите? Так, ну-ка. Ё-моё, блин. Будет мне тут аптечка хоть какая-нибудь, а? Или не шиша? Ты смотри, что делает, а? Вояк этот, самураем себя возомнил, блин. Пора с ним завязывать, по-моему. Гори там. Чухондрик. Ну? Сгорел на работе. Так, теперь вот этого хламона надо разбирать. Я так понимаю, основная цель у нас убить вот этих двух роботов. Стражу Менетия. О, аптечка. Моя родная аптечка появилась. И это очень хорошо. Ну, черт подери, блин, дотянулся. Давайте ее рисанем. Успеем, нет? Блин, очень мало хп. Надо аптечку, по идее, взять бы. Уйди отсюда, чтобы больше не выпускал свою срань. Так, аптечку подобрали. Резаем дальше, ребята. Все. Танк у меня отхилился. Попал под волну теперь. Ну? Так, я надеюсь, ты не будешь сейчас тут бомбить кулаками. Нет, будет. Дай. Какой-то очень большой диапазон захвата. Танк, давай разбираться с этими гадами. Уже достали они на самом деле, а? Да-да-да-да, а еще и турели прилетели. Все. Танк рисанули, точнее, бояку. Блин, ну я уже путаюсь тут, ребят. В этом кипише. Так, давай турели тут зашибем. А, это последние, ребята, по-моему, враги у нас. Да-да-да-да-да, так и есть. Все, остался лишь один солдатик. Ну, а точнее, уже никого вообще не осталось, ребята. Прошли.
Это была достойная битва. Прекрасный бой, безымянные войны. У нас, знаете ли, есть имена. Мы Фурии. Фурии? Какое глупое имя. Прощайте, Фурии. Минетий ждет вас в Метеоре. Ну что же, вот мы, в принципе, и прошли с вами этот уровень. Получаем, естественно, сундучок. Что в нем будет? Оу, опять трофей. Корм на 100% кошачий. Одобрен для Фурии. Корм кошачий. Кошачий корм? У меня плохое предчувствие. Вы получили кошачий корм, он вкуснее, чем вы думаете. Вернитесь в лагерь и активируйте его, если решитесь. А почему я не должен решиться, а? Сейчас возьму и активирую, легко и просто. Тем более, сами сказали, на 100% кошачий. Слушайте, а может быть мы кошечку вернем себе? Помните, в начале игры мы выкинули ее? Так, ну-ка давайте-ка глянем. Где у нас здесь? Лоток, я вижу лоток, корм. Новинка. Зовет проводника Гоукета. Ребята, это, по-моему, и есть тот самый котик. Точно, смотрите-ка. Ну вот, а мы переживали, что бедного котика вышвырнули во свояси. Нет, вот он вернулся, и он причем у нас проводник. А что он может делать? А, мы его гладим, а он урчит. Прикольно. Я так понимаю, он просто здесь как для красоты, декорация, да? Ладно. Так, сколько у нас с вами денег? Очень мало, 865 голды. Практически ни на что не хватает. И выучить мы тоже с вами ничего пока не можем. Жаль. Так, ну-ка. У меня здесь это активировано, это. Ну, в принципе, здесь у нас все на мази. Так, да что ж такое, все время не то нажимаю. Ага, мы можем с вами вот выучить это. Технику. Когда где-то стрелочка наверх показывает, то мы и можем с вами изучить. А если нет, то, соответственно, нет. Так, здесь все можем. Давайте-ка мы ему ЗД, то бишь ХПшки повысим. И все, больше ни на что, к сожалению, не хватает. Ох, ой-ой-ой-ой, котик, извини, я не хотел. Ну, ты, наверное, бессмертный, я так понимаю. Так, рация по-прежнему молчит. Ну, а на этой ноте, дорогие мои зрители, мы будем завершать с вами этот видосик. Если кому понравился, тот, конечно же, поставит лайк. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Ну, а на этом все. Всем пока. До скорых встреч и удачи вам, ребята.